Всем привет! Купила сегодня в магазине горбушу, начинаю ее разделывать, а там внутри сюрприз. Красная икра. Ради интереса взвесим, сколько ж нам перепало на халяву. Так, 0. Ставим на весы. 125 грамм красной икры. Красной икры без всякой химии, без консервантов. Натуральная красная икра. Рыбка такая мне обошлась 195 рублей. К примеру, баночка икры из рыб красных пород, там лососевая икра, к примеру, стоит 100-граммовая банка, у нас стоит в районе 250 рублей. Так что будем считать, что мне крупно повезло. Эту икру мы будем солить и будем кушать вкусную натуральную икру.